Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру Mining Booster. Вчера я в него зашла, писала краткий видеообзор по нему. Работает один день. И в этом видео будем проверять его на вывод. Так, ну это план, минимальный план. Напоминает 50 доги коинов и 60 TRX, это минимальный депозит. Ну, лайткоин я уже и не лезу. Здесь последние депозиты, как бы. В основном, как видим, в тронах. Давайте зайдем в кабинет. И проверим его на вывод. У меня 43 монеты, как видим. Заходила я на 250 криптомонет. Рекомендую прописать в обязательном порядке все кошельки, даже если вы не депонируете в догикоинах там, да, но обязательно прописать, так как это интернет, всякое может случиться, могут взломать аккаунт, и чтобы злоумышленники не прописали свои криптокошельки. Естественно, я прописала, так как код приходит на почту, чтобы кошельки были прописаны. Ну, давайте, у меня 43 монеты. Кликаем вывод. Мой кошелек прописан, естественно. Минимальный вывод 30 монет. У меня 43 монеты. Буду выводить целое число. Потому что да, целое число. Так, ну что, ну давайте. Вывод. Так. Перебросила у меня на историю транзакций. Видим вывод. 9.06. 43 монеты. Идем в кошелек. И, как видим, с учетом комиссии плюс 40 монет прибыло. Опускаемся ниже. 9.06. 24 год. Платит инстантом. Также не забывайте прочитать, ознакомиться с вопросами и ответами. Здесь все подробно написано. Реинвеста здесь нет. Вот. Ну, как-то так. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.